Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машин вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Мы с вами приступаем к вязанию универсальной безрукавки, которая не только подходит для разных типов фигур, но и корректирует, формирует нужный силуэт. За счет того, что безрукавка связана полосками, которые расширяются к плечам, создается впечатление, что плечи увеличиваются, а бедра становятся меньше, и фигура приближается к классической X-фигуре. Вертикальные полоски визуально убирают живот и выпрямляют сутулость, распрямляют плечи, делают нас стройнее и привлекательнее. Эту безрукавку свяжут даже начинающие, которые не умеют строить выкройки и плохо делают расчеты. Для вас всего лишь важно иметь хотя бы небольшой опыт машинного вязания и представление о частичном вязании. Приняв участие в вязании безрукавки, вы получите универсальную и в то же время эксклюзивную вещь-гардероб. Такое изделие можно носить с любыми рубашками, бадлонами, майками, юбками, брюками. Такой безрукавки вас заметят, оценят и попросят связать, так как она только кажется простой. На самом деле она вяжется не так, как выглядит. В ней применены приемы, которые убирают мешки под руками, но не стесняют движения и не ограничивают свободу. Для меня понадобилось 200 граммов пряжи Alize Angora Gold. Выбирайте цвета, хорошо сочетающиеся друг с другом. Учитывая, что безрукавка полосатая, не берите слишком яркие и контрастные. Если вам нравятся выбранные цвета, то и результат вам тоже понравится. Петельная проба 50 петель 60 рядов минимально допустимая для такого немаленького изделия. Учитываем, что чем больше образец, тем точнее результат. По моему образцу получили петельную пробу для 9 плотности на машинке Silverit 840, 3,64 ряда, 2,44 петли в 1 см. Теперь определяемся с размерами безрукавки. Нужна длина и ширина изделия. Длина традиционная от 7 позвонка и ниже талии. У меня это 56 см. Ширину определяем по нижней части безрукавки. У меня это 1 метр. Делим пополам, получается 50 сантиметров нижняя ширина каждой детали. По этим измерениям мы с вами рисуем прямоугольник и рассчитываем количество петель и рядов. Вязание поперечное, поэтому получаем 136 петель, 180 рядов. Готовьте пряжу, готовьте выкройку, и на следующем уроке мы эту выкройку растянем как гармошку и превратим в безрукавку. Безрукавка из серии креативных изделий, ломающих стереотипы и открывающих простор дальнейшему творчеству. Приняв участие в вязании безрукавки, вы получите универсальную, в то же время эксклюзивную вещь-гардероб. Все вопросы по ссылке под этим видео. Ваша Наталья Некрасова.